Цэнтр выбаршчыкі адкрылі ў віцебскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце. Гэта першы падобны цэнтр ў навучальных установах краіны. Ён створаны для азнаямлення студэнтаў і супрацоўнікаў універсітэта з нарматыўна-прававой базай будучых выбараў, а таксама будзе інфармацыйна-кансультатыўным цэнтрам па пытаннях выбарчай кампаніі. Цэнтр выбаршчыка адкрыты ў першую чаргу для студэнцтва дзеля палітычнай адукаванасці маладых людзей. Але наведаць яго і атрымаць кансультацыю змогуць і мясцовыя выбаршчыкі. Они могут посмотреть, ознакомиться с Конституцией, узнать, что их голос действительно очень важен, потому что от них зависит, как мы будем жить дальше, я имею в виду вся наша страна. И, конечно, пояснение относительно особенностей избирательного права, Конституции, показывает их значимость, их востребованность именно как граждан нашей страны. Сотрудники нашей кафедры, юристы, в первую очередь, будут проводить консультации по избирательному кодексу Республики Беларусь. И, что очень важно, на качественно новый уровень будет поднята работа школы молодого избирателя, потому что студенты, впервые принимающие участие в выборах, практически здесь ознакомятся и с ходом избирательного процесса, и, что очень важно, впервые будут принимать участие в выборах главы государства. В этом году я впервые участвую в голосовании, и сразу же это выборы главы государства, президента Республики Беларусь. Очень здорово, что открылся избирательный центр. Здесь я могу ознакомиться и с Конституцией, с нормативными актами и узнать обстановку. Каля 700 студэнтаў Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі прагаласуюць упершыню. Для іх цэнтр выбаршчыка, магчымасць падрыхтавацца да важнай падзеі, загадзя ўбачыць, як будзе арганізаваны працэс. Традыцыйна на будучых выбарах ва ўніверсітэце будуць працаваць два ўчасткі для галасавання.